Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Сергій Михайлович Ісаков, кандидат в народні депутати України по округу номер 129. Округ включає в себе центральний район міста Миколаєва та Жовтневий район Миколаївської області. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Сергій Михайлович, собственно, ну, завершилась, фактически завершается, завершилась, можно говорить, непростая избирательная кампания. Ну, в качестве, я не знаю, может быть, небольшого вступления. Мне кажется, вы один из тех, кто стал объектом больше других, в значительной части больше других кандидатов стали объектом таких не очень чистоплотных технологий на этих выборах. Как настроение под конец кампании? Настроение у меня хорошее. Конечно, подустал, потому что, в общем-то, за 10 дней, которые мне судьба отвела на этой избирательной кампании, пришлось сделать то, что обычно делается больше, чем за месяц. Потому что зарегистрирован был я только 10 числа и 13 получил удостоверение, смог открыть избирательный счет. Но тем не менее, все, что мы планировали, практически все мы выполнили. Если погода не помешает, закончим работу в поле, потому что сегодня дожди и завтра обещают дожди. Это немножко внесет коррективы, но я думаю, мы найдем форму для того, чтобы весь тот план, который мы наметили с моей командой, был выполнен. Практически до последнего дня представители, ну скажем так, условно-демократических сил продолжают высказывать вам разнообразные упреки. Как вот с этими упреками быть? Упреки в том плане, что... Что могли бы снять свою кандидатуру. Ну, если было в пользу кого снимать, я бы это сделал. Понимая, что за 10 дней, в общем-то, решить те проблемы, которые стоят во время избирательной кампании, очень сложно. Но, к сожалению, я такого кандидата не вижу. Поэтому и буду баллотироваться до конца, и ни о каком снятии в пользу тем более кого-то. В этот раз речь не идет. Программа кандидата Сергея Исакова, ну, в моем личном понимании, она немножко, не отличается, она немножко отличается от программы избирательной, ну, в традиционном понимании этого слова. Дело в том, что если мы посмотрим на название этих выборов, то они позачергови, то есть внеочередные. И по действующему законодательству через 2 года будут очередные выборы в 2017 году. И депутатов мы выбираем на этот небольшой срок. Я предполагаю, что выборы пройдут еще раньше 2017 года, потому что тот состав парламента, который сейчас предполагается, совсем не устроит украинцев, жителей нашей страны. И какими-то способами, я думаю, что срок пребывания этого парламента будет сокращен и значительно. Поэтому я посчитал для себя неправильным на этом историческом отрезке времени небольшом говорить о каких-то реализации каких-то грандиозных программ, как это делают обычно все наши кандидаты в депутаты, народные депутаты. Я посчитал более правильным и честным по отношению к избирателям заявить о своем мировоззрении, о том, чего я придерживаюсь, каких взглядов я придерживаюсь и каким взглядом не изменю ни при каких обстоятельствах. Потому что я знаю, что многие, мы знаем, что многие депутаты идут в Верховную Раду как левые, потом становятся правыми, идут правыми, становятся левыми, а третьи вообще непонятно кем становятся. Вот я этого точно не сделаю, я в своей программе изложил те принципы, которые исповедую. Но на самом деле мы не знаем, как сложится политическая судьба парламента, который вот в ближайшие дни изберут украинцы. 2 года отведено, больше или меньше. В любом случае, 26 октября николаевцы, украинцы вообще, николаевцы в том числе, придут на избирательные участки, чтобы избрать своего представителя в законодательную власть. И человек, которого мы изберем, в том числе по 129 округу, это человек-законодатель. Да, вы как законодатель тоже, собственно, ну, вот вы говорите, что посмотрим, как это будет, посмотрим, но все равно вы же законодатель. Над чем планируете сосредоточиться, вот, собственно, работая в парламенте? 3 основных момента. Надо довести до реализации закона люстрации, который принят. Нужно внести изменения в этот закон, чтобы те люди, которые в силу ряда обстоятельств остались вне этого закона, в частности, те, кто принимал законы 16 января 2014 года, должны быть в полном составе в этом списке, в списке люстрируемых. И это та задача, которую я перед собой ставлю. Вторая задача. Важнейшая задача, без которой, что бы мы ни говорили, продвижения Украины, будущего Украины нет. Это борьба с коррупцией. Без решения этой проблемы
Никакие последующие законы, никакие последующие реформы, а их сегодняшнее правительство наметило 62, работать не будут. Это главная задача, которую нужно решить. И решить ее можно одним способом. Способов много, но главный способ – это открытость власти. И должен быть принят закон об открытости власти, который бы ограничивал доступ к информации для служебного пользования и секретной, связанной с обороноспособностью страны, с безопасностью нашей страны, с работой отдельных органов. Но все остальное должно быть открыто. Должны быть открыты реестры собственности, реестры на землю, реестры на автотранспорт. Должны быть открыты все документы, которые принимаются и правительством Украины, и правительственными организациями, и в том числе органами местного самоуправления. Это основа борьбы с коррупцией. Если этого не будет, все остальное сказки и разговоры. Я никогда не поверю в то, что любые законы, любые реформы будут работать, пока не будет сделано это. И вот на это будет направлено мое лично максимальное внимание, максимальные усилия для того, чтобы эти законы, законы борьбы с коррупцией были реализованы вот в ближайшее время. Следующий момент, без которого невозможно дальше развитие нашего общества, развитие Украины, это децентрализация власти, о которой уже говорят столько, что уже оскомину набило. Но тем не менее, без решения этой проблемы, без разделения властных полномочий между центром и местными органами власти, Украина обречена на неудачу. Украина может не состояться вообще как страна, то есть как таковой страны Украины может не быть. Потому что власть, центральная власть натянулась на себя столько полномочий, что фактически не может с ними справиться. Органы местного самоуправления выполняют функцию, ну, абсолютно транзитную функцию, не имея ни денег, ни полномочий для решения тех задач, которые они обязаны решать на местах. Вот эта задача, которая важнейшая задача, которую надо решить. Я уже в этой студии не один раз говорил, что сегодня распределение средств в государственный бюджет идет следующим образом. 30% остается на местах, 70% уходит в государственный бюджет, центральный бюджет. Должно быть наоборот. Даже в советские времена эта пропорция была 50 на 50. Даже коммунисты понимали, что обескровливать местные органы власти невозможно, иначе не будет возможности ни ремонтировать дороги, ни дома, и к чему это приведет, они очень четко понимали. Вот. Поэтому это главная задача, которую нужно решать в Верховной Раде. Я вот как, если буду избран депутатом, вот именно этому посвящу вот те год или два, сколько судьбой уготовлено вновь избранному Верховному Совету. Но вы сказали, что может быть вообще состав Верховной Рады может не удовлетворять украинцев. Как бы, таким образом вы ставите под сомнение способность конструктивно работать людей, которые там завтра будут избраны в парламент вообще. Найдете ли там себе союзников с такими достаточно радикальными? Ну, то радикализма нет, есть обычный прагматизм. Почему такие сомнения возникают? Давайте посмотрим на список выдвиженцев в Николаеве, в Николаевской области. Ну, в общем-то, меня жах берет от того состава, который есть. И что самое парадоксальное и самое неприятное, что этих кандидатов, которые в большинстве своем могут действительно стать народными депутатами, выдвинул президент Украины. И вот это беспокоит больше всего. Беспокоит не только меня, беспокоит тех людей, которые еще не получали платежки на тепло, в ближайшие дни начнут топить, и сразу за началом отопительного сезона последует счета на отопление. И я думаю, что наши земляки, и не только земляки, а вообще все украинцы с ужасом увидят те цифры, которые там будут стоять при той цене газа, которая есть, при той цене затрат, которые сегодня есть, потому что все связано еще и с курсом доллара, который улетел непонятно куда. И сейчас его искусственно держат, что будет у нас после выборов, совершенно непонятно. Вот. Поэтому это предопределяет возможный ход событий. И я не исключаю ситуации, когда или зимой, или особенно к весне, ситуация может выйти из-под контроля, и ни Верховная Рада, ни президент, ни правительство ее не смогут удержать. Поэтому и говорю о том, что возможно разное развитие событий, и к этому надо быть готовым. Вы это как-то немножко критично высказались в адрес списка, сформированного пропрезидентской силой. Я думаю, многие николаевцы помнят, что в том числе и в этой студии вы призывали совсем недавно голосовать за Порошенко. И не жалею об этом, потому что в той ситуации, когда я об этом говорил,
другой альтернативы не было. В любом случае Порошенко бы победил. Это аксиома. Вопрос стоял в том, победит ли он в первом туре выборов или во втором. И чем раньше он бы победил, тем раньше, мы бы увидели, что такое президент Порошенко, б, внесли свои коррективы и отношения, определили отношение к нему, что и произошло. Мало того, за те две недели, которые прошли бы между первым и вторым туром выборов, непонятно, что произошло у нас на Востоке, чем бы все это закончилось. Поэтому я не жалею о том, что говорил, и считаю, что это был единственный правильный вариант призывать людей голосовать за Порошенко в первом туре, потому что второй тур, это и трата денег, и неопределенность в будущем. Поэтому я здесь абсолютно последовательный. Я не знаю, у вас имидж такого здесь у Николая, в всяком случае, такого последовательного и конструктивного, но все-таки критика местной исполнительной власти. После того, как вы будете избраны в Верховную Раду Украины, в этой ипостаси вы сохраните здесь, Николай? А что меняется? Если все останется так, как есть, если городской совет сегодня фактически превращается в инструмент мэра, он не превращается, просто мэр не допускает городской совет к реальному управлению ситуацией, к выполнению тех функций, которые городской совет должен выполнять. При том же, Владимир Дмитриевич, сессии были по звоночку каждый месяц. Сегодня они затягиваются из месяца в месяц, переходят там на следующие вопросы, которые выносятся, но другой раз просто удивляют, и порядок их решения тоже удивляет, что я буду молчать об этом. Или ситуация, которая происходит в областной власти, мне тоже не устраивает, когда сегодня появляется информация о том, что, видите ли, мы внедряем опыт днепропетровцев по электрификации нашей области. Да, в 2005 году такой опыт был. Его надо было подхватить, когда мы занимались этими вопросами энергообеспечения и видели проблемы, связанные с необходимостью диверсификации поставок газа и использования других источников энергии. Мы тогда уже говорили о том, у нас атомная станция, у нас избыток электроэнергии, производимой в области. Давайте ее использовать. Сегодня, как достижение, приводят опыт Днепропетровской области, что там внедрили систему электрообогрева, и мы ее перенимаем. Можно было за это время уйти далеко вперед, а мы топчемся на месте. Это все вызывает критику, и я буду это делать вне зависимости от того, чем закончатся выборы. Ранее вы уже высказывались в том смысле, что действительно, что вы планируете оставаться в местной политике, и что рассчитываете на помощь, поддержку николаевцев. Если можно, подробнее, о чем идет речь? Это будет политическая деятельность, это будет общественная деятельность, это будет обязательное продвижение каких-то людей, там, близких по духу, по идеологии, в местные советы. О чем речь? Речь идет о том, что есть определенный слой людей в городе Николаеве, который разочарован всеми партиями, как и я. Я считал и считаю, что партий как таковых в Николаеве и в Украине в целом нет. Есть закрытое акционерное общество, которое выполняет функции и задачи определенной группы людей. И эти функции и задачи порой не связаны с интересами и задачами тех людей, которые поддерживают ту или иную политическую силу. Поэтому, раз таких партий нет, то призывать людей вступать в ту или иную партию, нелогично. Создавать просто общественную организацию, у нас была общественная организация «Наш город», она свою функцию на тот момент выполнила, потому что я напомню, вокруг чего это все собиралось, вокруг внутридворовых застроек, мы с этим боролись успешно, и в тот момент, когда фактически эта функция была выполнена, организация, выполнив свою задачу, закончила свое существование. Сегодня есть потребность в общественно-политическом движении, чтобы члены каких-то партий, которые поддерживают ту или иную партию, общественники, которых в Николаеве достаточно, могли в рамках одного движения скоординировать свои действия и выйти на те же выборы в местные советы единым фронтом, не разрывать электорат между собой, а четко выйти единым фронтом и, в общем-то, добиться серьезного результата. Потому что без этого будет, опять же, децентрализация, без этого, пока туда не придут нормальные люди, которые думают о интересах граждан, о интересах горожан,
толку все равно не будет. Поэтому вот такая задача стоит, мы ее будем реализовывать, независимо от... Насколько возможно, на самом деле, ее реализовать. Мы же понимаем, что есть личные амбиции, там, ну, более или менее знаковых общественников или местных политиков, а есть еще, ну, прямая, простая человеческая ревность лидеров местных политических организаций. Как же между ними, вот, собственно, все это? Я не претендую на роль лидера этой организации. Я на начальном этапе беру на себя функции координатора, потому что очень много молодых ребят говорят, когда мы что-то будем делать. И каждый раз, когда идет попытка что-то создать, появляются выборы. Мы в сентябре-октябре 2013 года планировали провести такой отбор молодых народных мэров. Один товарищ исказил это название «народный мэр». Хотели такой конкурс провести среди, в первую очередь, молодежи в виде игры, в виде конкурса. Наступил Майдан, вот это сложное время, мы отложили этот проект до весны. Весной, думали, в апреле месяце потеплеет, будем этот проект реализовывать. Юрий Либаров, ваш коллега, тоже согласился принять в этом проекте активное участие. Объявили выборы мэра. Ну, вроде бы тоже нелогично, Исаков пиарится на таком важном деле. Мы отложили это дело. Думали сделать это осенью. Осенью, в том числе, презентовать вот это общественно-политическое движение. Тут пришли выборы Верховного Слушайте, Рада. Ну, учитывая периодичность, с которой происходят у нас выборы, шансов нет? Нет, шансы есть. Поэтому мы в данном случае, я с теми коллегами-единомышленниками пришли к выводу, что в любом случае в начале ноября мы будем это общественно-политическое движение презентовать, потому что выборы в местные советы будут не позже мая. И у нас на все про все... полгода. И за полгода нужно создать организацию, определить цели и задачи, хотя они уже есть, но формализовать цели и задачи, идти к тому результату, на который мы рассчитываем. Город этого ждет. В интернете достаточно много вашей такой рекламы. Сергею Исакову нужна ваша поддержка. Действительно, не по вашей вине, а в силу общеизвестных обстоятельств. Ваша кампания избирательная такая достаточно короткая. Вот за этот промежуток времени отозвались люди, пришли. Собственно, люди, которые готовы стать рядом с вами, ну и помочь в данном случае вам в этой избирательной кампании. Дело в том, что я вот пятый раз участвую в выборах, и в предыдущих кампаниях ни разу к людям не обращался. Потому что считал, что кто захочет, тот придет сам. А кто не сможет или не имеет такого намерения, ну, значит, не придет. Но в этот раз, учитывая сжатость компании, потому что мне ее сократили практически на треть, ну, осталась треть от положенного периода, я вынужден был это сделать, и много волонтеров откликнулись. Кто-то работает в интернете, кто-то занимается разноской той печатной продукции, которая есть, кто-то ведет просто работу при помощи сарафанного радио. Эта работа ведется, я ей доволен, и спасибо большое волонтерам за то, что они откликнулись на мой призыв. Ну и подводя итог разговору, собственно, очень многое будет зависеть также, ну и в этих выборах, от активности людей, от того, придут ли они на самом деле на избирательные участки. Погода не очень удачная, в этот день еще время переводится, что-то еще, ну то есть люди вот могут сказать, что не пойдем. Такая опасность есть? Вот как вы, общаясь с людьми, видите ее или нет? Опасность есть, потому что люди отчетливо понимают, что эти выборы без выбора. На некоторых участках, даже глаз, ну, на некоторых избирательных округах, глаз даже не на кого положить, потому что, ну, в частности, 128 округ, ну, это вообще жах сплошной. И люди это понимают, задают вопрос, за кого голосовать, я не знаю, чем им помочь, потому что обычно у меня всегда есть свое мнение по поводу тех или иных кандидатов. Вот на 128 у меня нет мнения, я не знаю, что им сказать. Вот. Поэтому это, конечно, оттолкнет людей от выборов, в том числе и такое количество партий, которые участвуют в выборах. И опять же, люди же начинают понимать, что за этими партиями стоят конкретные вожди, а как таковых партий не существует. Потому что многие партии созданы только на бумаге и фигурируют там в интернете, но фактически их нет. Поэтому я думаю, что явка будет низкой, на это определенный отпечаток наложит и погода, которая, к сожалению, неблагоприятная вот эти дни, а в день выборов вообще будет мороз. Поэтому, но прийти надо, потому что в противном случае за граждан города Николаева проголосуют другие люди. И прийти надо, и проголосовать все равно надо. Поэтому
никуда здесь не деться, и надо своим конституционным правом воспользоваться. Ну, не хочется на самом деле заканчивать разговор на таком неком таком настроении. Давайте немножко долю оптимизма какого-то николаевцам, для того, чтобы мы все действительно пришли и проголосовали. Дело в том, что все равно я верю в будущее, я оптимист и верю, что наша страна будет великой, могучей, процветающей. Поэтому всем мира, добра и счастья и здоровья. Вот то, что хочу пожелать. И приходите на выборы. Сергій Михайлович Ісаков, кандидат в народні депутати України по округу номер 129, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Спасибо. До побачення.